Ну, в общем, вот такой мангал. Опа. Легкий. Вот тут написано параметры. Короче, легко дотащить его в рюкзаке. Сейчас буду собирать. Ну вот как он выглядит в разобранном состоянии. Шампуры это не оригинальные. Оригинальные я стоял дома. У меня свои поменьше. Вот боковушки. Уже ржаветь он начал. Вот. Вот дно и ножки. Все, больше ничего нет. Сейчас будем собирать. Ну вот так вот он уже наполовину собран, считай. Вот так выглядит. Оп. Оп. Вот. Чтобы вот так на кострище не жечь, чтобы не штрафовали меня. Ну и все. Осталось уложить только днище. Вот оно. Все, мангал готов. Осталось только дрова. Стабильный, отличный мангал. Ну вот и разжег наконец-то. Вот он так у меня уже разгорается. Сколько? 6 часов вечера. Ну, я думаю, за 3 часа легко управлюсь. А вон там утки подростки. Такие молодничок. Мамаша еще с ними. Но их тут много. Здесь, видать, им более безопасно, чем в других местах. Думает, я им что-то дам, а у меня ничего нет, кроме шашлыка сырого. Ну вот уже так еще подгорел немножко. Вон мангал как темнеет сразу. Приобретает, обжигается. Первый прожиг его он и сейчас будет. Вот. Сюда еще пока не это. Не надуло еще. Вон чайка прилетела, что-то летает, не знаю, дым ее мешает, наверное, залететь, не нравится ей. Вот, накидал еще, немножко дровишек заготовил. Ну вот, сейчас пока купаться буду, разгорится, а там, глядишь, прогорит и все. Сейчас пойду туда купаться. Ну что, пойду с камерой купаться. Опять забыл ленту. На голову придется с одной рукой. Так, залажу. Вода теплая, теплая. Даже привыкать не надо. Фух. Ай, на палку какой-то наступил. Ой, еще там на какую-то дубин большую. Ну все. Фух. Поплыл типа. Фух. Сверху теплая, теплая. А снизу холодненькая. Мой мангальчик горит. Вот так вот. Главное, камеру не уронить. Уже наплескал на нее. Тут поплыву по бережку. Я в прошлом году, а нет, 2 года назад на этом месте рака нашел тогда. Водка есть. Вот так вот я плыву. Одной рукой неудобно. О, походу, а здесь стоять уже можно. О, хорошо. Фух. Так. Так. Вот здесь по шею, да.
Хорошо, вода теплая, снизу немножко холодная. Сейчас остужает. О, холодная она моя. Пошла, пошла на животик. Так, тихо, тихо, дальше я не хочу. Дальше глубоко. Солнце еще в глаза светит. Фух, класс. Сейчас окунусь. Фу, вода в нос попала. Ладно, буду выходить. А вон змея плывет. Если видно, не видно, вон. Вон, 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 вон. Впереди прям. Метрах, наверное, в 20 от меня. Вон, 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 вон. Наверное, не видно, но... Короче, плывет змея там. Фу, ладно. Пойду вылазить, смотреть, что у меня там с мангалом. Хотя... Ох, ох, на кирпич наступил. Нифига себе, какой тут. Так, так, так. Дно, конечно, здесь не совсем песчаное, но так, более-менее. Тут, если видно, вон песочек есть. Тут я еще окуней видел, когда заходил. Но сейчас я их уже всех распугал, мелких. Ладно, вылазим. Ну вот, я вылез. Пойдем смотреть мангальчик, как подгорел. О, вон он уже. Даже свет меняет. Ну, еще погорит. Ну, долго, я думал, быстрее будет. Я думал, в 7 уже начну, а стало уже почти 7. Ну ладно, подождем. Фух, хорошо, искупаться классно. Ну вот, я сосиски пожарил. Сейчас перекушу и буду шашлык жарить. 3 штучки. Ну, уже угли почти готовы. Как раз пока сосиски буду есть. Сготовится. Закину шашлык и пойду купаться. Ну вот я. Приятного мне аппетита. Прикольно, люди купаются, дети, а мне тут хорошо, никого нету. Да и чего? Жирненько. Сейчас поем, буду шашлык делать. Ну вот, насадил шашлычок. Сейчас углей мало. Подкинул, вот подгорит. И уже жариться будет. Ну вот я уже вечереет, уже почти 8 вечера. Ну я рассчитывал до 9, но надеюсь за час управлюсь. Ну, как раз до комаров, чтобы свалить отсюда. Его уже кто-то летает, жужжит. Вон мое мясо. Ну вот какой у меня шашлык выходит. Угли хорошие. Прогорело все. Я думаю, еще подождать полчасика и будет готово все. Да даже меньше. Вот. Так что вот так вот. Дым только в глаза летит, и мне это щипит глаза. Вот я, вот шашлык. Людей тут хватает, хорошо, у меня нет. Ну вот, шашлык почти готов. 15 минут прошло. Уже такой, с корочкой порезал там. Думаю, можно есть, сейчас буду снимать пробу. Ну вот, пока
решил еще пейзажик немножко заснять. Вот такое вот вечернее озеро. Люди все равно купаются, вода теплая, офигенно. Ну, тут потише, конечно, а там дальше середина озера, там дальше пляж. Круто. Вон в гамаке кто-то вообще сидит, кайфует. У меня тоже гамак есть, надо будет взять в следующий раз. Вот такое вот озерцо. Хорошее. И ехать недалеко. 15 минут я здесь. О, что-то там все время плескается и плескается. То большое, то поменьше. Да, ну что-то гуляет. Хотя вроде говорят, что здесь рыбы не очень, только раки есть. Которого я сегодня и нашел. Правда, дохлого, но ничего. Ну, купаться, наверное, уже не буду. Поем, да поеду домой. Вот я себя-то любимого не снял. Вот так вот. Солнце уже за лес ушло, можно снимать вот так все на фоне воды спокойно. Так что вот так. Вот, ладно, вот пойду мангал да сниму. Вот он. Оп.